Вот вышли на прогулку посмотреть местную территорию, город Солигорск. Возможно, посетить какие-то магазины, ну и просто погулять, посмотреть все. Вот красивенная церковь прямо возле территории санатория. Стоянка огроменная. Небольшая парковая зона как раз возле парковки. Надеюсь, что мы не заблудимся, конечно. Вроде бы нам очень понятно объяснили дорогу. Ну да. Ну ничего, спросим у прохожих. Как небольшая березовая роща. Вон какая красота. А вот и самая. Какой автобус красивый, футбольный клуб «Шахтер Солигорск». Вот нашли какой-то парк, площадку. Даже не знаю, что там. Вижу мячи, может, баскетбол или во что играют. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Опять-таки, очень много мест для сидения. Интересные такие изображения. Классные, я бы даже сказала. Огроменное сиденье на весь этот зал. Так, а тут... даже не знаю. Типа для роликов, что ли, какая-то трасса. А, да. Federation of Roller Sports and Skateboarding. На скейтах, короче. А, ну да, круговая. Смотри, для разных трюков. Площадка. Клево. Хорошо так сделали, да. Беларусь Кали, конечно, деньги не жалеет. На спорт. Далее. Красота какая. Ну, художники молодцы. Баскетболист. Здесь. О, к розовой мечте. Пара семейная. Красота какая. Так. Здесь какой-то... Не знаю, кто это. Крот, который играет в хоккей? Наверное, не знаю. Так, идем дальше, смотрим. Ну, вообще, молодцы, заморочились, конечно. Я чего-то даже как-то в Минске таких арен не видела. Они, конечно же, есть. Но вот хоккейная, да, дворцы, все это понятное дело. А вот именно для скейтборда такие площадки я не видела. Так. Крот. Ну, конечно, мы в Солигорске, город шахтеров. Куда же без крота, который роет на роликах, кстати говоря. Так, далее. О, красиво. Мальчик с девочкой дуют мыльные пузыри и планеты. Красота. Так, дальше тут, ну, для любителей музыки. Гитара в виде моста через реку. Ну, тут река, я не знаю, есть или нет, но у нас санаторий на берегах Солигорского водохранилища. Здесь у нас космонавт. И что странно, обратите внимание, да, держит дерево в руках, а кружка с такими размытиями, как калийные соли, камни. Калийные соли тоже с такими размытиями. Очень красиво. Так, далее у нас крот, который играет в футбол. И на нем написано «Шахтер». Если вы видели, то я до этого снимала видео, где проезжал автобус футбольного клуба «Шахтер». О, как интересно. Мальчик со своим другом смотрит на водопад. Как-то необычно. И из окна он, как из шторы вот... развиваются. Интересно. Так, дальше у нас девочка. Я не знаю даже, как это описать. Даже не знаю. Тут уже думайте сами. Так. И еще одна локация. А, нет, еще с другой стороны вам покажу, схожу. Вот как классно.
на такой крутой тачке с перехода с подсолнуха. Ну, естественно, куда же без девочки на скейтборде. Это же все-таки арена для скейтбордистов. Хотя я вижу, люди тут и на роликах катаются. Так, смотрим дальше. О, как красиво. Девочка с котиком любуется закатом. Люди рыбачат, луну ловят. О, опять крот с командой «Шахтер» играет в волейбол. Обучение. Будущие спортсмены? Возможно, на роликовых коньках. Есть же бег. Вот уже почти дошли до магазина «Евроопт». Это один из таких самых распространенных магазинов на территории Беларуси. Ну, тут как-то место огроменно, смотри. Столько места для сидений и парковки. Вот что странно, да, для Минска. У нас всегда все забито, а здесь пусто. Здесь народу нет особо. Ну, так, чуть-чуть. Вот тут всякие и учреждения есть солигорские. Охотник, рыболов, фрукты продают, ткани. Вот, тут уже побольше машин каких-то, даже крутых, я бы сказала. Вот, подходим, есть аптека. И уже сам Евроопт. Так, вот мы сходили в Евроопт, насобирались, вот вышли, идем теперь к универмагу. Говорят, что тут недалеко, у бабок спросили. Купили носочков и попкорна. Ну, как тебе Солигорск? Ну, аккуратненько, без, скажем, изысков. Пустовато, ну, да? Как-то кажется пустовато. Ну, может, мы на таком удалении находимся. Ну да, мы не в центре, в принципе. Помню, когда мы ехали в санаторий, в парке так было куча семей с детьми. Ну да. Угу. Вон Солигорская детская музыкальная школа. Ну, тоже такое здание, ничего, такое огроменное, кажется. Неужели все музыканты? Вот еще разные магазинчики. В принципе, все, что нужно есть, кстати говоря, недалеко от санатория. Ну да. Так, здесь у нас центр бытовых услуг и торговли. Тоже оптика. Вот. Все такое есть. Светанок, одежда, пожалуйста, трикотаж, магазин. Ну, вот такая небольшая площадь. Торговый Солигорский центр. Ну, в общем, мы погуляли, везде позаходили и, короче, по полной затарились. Вот, огроменный пакет. Купила в основном себе Юля все. Там различные обувь, как обычно. Босоножки, сумку, не босоножки, кошелек, а шлепки. Ну, не важно, шлепки, там всякие сумочки, кошелечки. Резиночку, носочки. Кстати, не, тебе тоже мне носочки. Да, мне носки тоже. И все. Ну, правда, потом мы зашли еще в ювелирный магазин и купили мне браслет серебряный. Так что я тоже без покупок не остался. Ну, а сейчас нам нужно уже быстрее ехать на обед у нас. Через полчаса нам еще перелично до санатория ехать. Мы как-то далеко уехали от нашего санатория.
часах ноль. И старший на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди куда мой. На часах ноль. О, ну и танцевались мы сегодня конкретно. Музычка, что надо, да? Да вообще огонь, все современно, но правда пару мелодий она все-таки повторяла, да, потому что малые, они там всякие Пикачу слушают, Ягода Малинка постоянно, ну в принципе в программе была дискотека 80-х, но было очень мало каких-то песен, все современно, реально, вот все с ТикТока песни, короче, позажигали. Идем на завтрак, и я сразу решил записать свое мнение для вас на финал Монреаля, а вообще турнир непростой, честно, говорит для меня. Много таких нежных нюансов. Тоже, кажется, так, Фиери Джорджа очередной я никак не ожидал увидеть. Но молодец, итальянская теннисистка. Прибавила. Да и Плишкова тоже меня удивила. Конечно, сотрудничество с Сашей Бажином дает свои плоды. Много где прибавила чешская теннисистка. Что же ждут в финале? Конечно, думаю, что будет попорный финал. Исход. Скорее всего, все-таки за счет того, что более разнообразная и нацеленная игра у Каролины, она победит. Я, наверное, для себя все-таки определюсь с тем, что рискну и возьму индивидуальный тотал больше 12,5 гейм на Каролину Плишкову. Но такой более надежный вариант вам порекомендую взять, сыграть просто тотал больше в матче. Девушки, думаю, должны упереться и, ну уж, легкой победы я ни для кого тут не жду. Так что, собственно говоря, вот такое мое мнение. Ну а скоро у нас турнир в Цинциннате, поэтому теннис продолжается. Ждите большой обзор на матчи первого круга. И, собственно, скоро увидимся, друзья. Всем до скорой.